Российская певица Вера Брежнева прокомментировала смерть исполнительницы Юлии Началовой. Об этом она написала в своем инстаграме. «Бесконечно печально молодая, талантливая, красивая, добрая, Юля», — написала Брежнева. Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию, после которой певица скончалась. Реклама ранее отец Началовой рассказал о причине ее смерти. Газета «Ру» следит за развитием событий в режиме онлайн.